Сегодня в час ночи на пересечении улиц Малышева Гагарина пилот «девятки» в прямом смысле наехал на две сразу инкассаторские машины. Инкассаторы на буксире ехали по Гагарина, один броневичок тащил другой железным тросом. Тихо ехали, спокойно, как обычно. Но тут по Малышева, по главной дороге, мужик на «девятке» выехал. Тоже говорит, ехал не быстро. Решил он, чтобы не ждать между двумя денежными автобусами проехать. Может, и желание хотел заказать между двумя одинаковыми. Но не вышло, не заметил в темноте буксировочного троса и прямо об него затормозил. Не обозначена аварийная машина, не обозначена ничем, ни аварийкой, ни трос не обозначен красными флажками, как это должно быть. Тем более условия практически такой видимости. У обоих участников ДТП есть друг к другу серьезные претензии. Инкассаторы, говорит водитель девятки, буксир свой не обозначили, да и дорогу, будучи на второстепенной, не уступили. Инкассаторы же утверждают, что это «Жигуленок» мчался со всей своей дури. Повреждена, правда, девятка не сильно, поэтому можно предположить, что действительно ехала она медленно. Было бы гораздо хуже, если бы инкассаторы действительно деньги везли. На девятку бы тогда вообще внимания не обратили, смяли бы броней или, что хуже, расстреляли бы вдрезг. Так что водитель девятки не сильно-то возмущался, потому что понимает, повезло еще.